привет! Мы сегодня приехали в музей Сваровски. Возле Инсбрука он находится, в Австрии. Хочу вам сразу сначала показать, сколько стоят билеты. Можно платить в кассах, вот там вдали, но они там очередь просто. Или можно платить картой, кредитной картой. Итак, взрослый билет стоит 25 евро один. Ребенок с 6 до 17 лет 7 евро, да. И маленький ребенок от 0 до 5 лет стоит бесплатный вход. Так, ну это так для информации. Парковки здесь бесплатные есть. Мы приехали в будний день. И есть и час, если заняты бесплатные, то тогда есть еще и платные. Нам повезло. Нам посоветовали друзья приехать сюда, поэтому мы решили выделить время, потому что, говорят, сказка неимоверная в этом музее Сваровских. Пойдем, будем смотреть. Вы с нами. Тебе жарко? Ну, выезжали, было прохладно. Здесь же в горах тучи. Пока рассосалось, уже немножко потеплело. Идемте. Заходим. Так, мы зашли. Вся красота только начинается. Все кристаллы Сваровски. Стены такие. Я, конечно, буду не все снимать, буду снимать максимально, что понравилось. Но, конечно, здесь просто очень много есть что смотреть. И мне уже нравится, не знаю, как вам. Зима сделана. Мы туда спустимся, это же туда будем заходить потом, Юля. Там, насколько я знаю, действительно очень холодно. Мороз, зима. И настоящий снег. Или искусственный. Пойдем посмотрим. Итак, мы спускаемся вниз в зиму, в хрустальную зиму Сваровски. Что вам сказать? Мороз нереальный. Боже, как здесь холодно. Нико! Просто зима. Боже, как холодно, нет слов. Люди в капюшонах, куртки одевают, кто знал. Снег хрустит просто. Лед. Настоящий лед. Юля, настоящий лед. Да. Excuse me. Будем все по чуть-чуть снимать. Это мы зашли в следующий зал. Из холода быстро-быстро убежали. Это не передать. Просто не передать, как оно все переливается. Кстати, еще хотела сказать, что билеты можно купить также онлайн. Оно примерно будет через Booking купить, примерно будет на 4 евро дешевле. Но чем нам не подошло, потому что мы не знали, нужно указывать, если через онлайн, нужно указывать время, когда приедете сюда. А так нам мы... Путешествуем не привязано, поэтому мы точно время не знали, когда приедем, и купили просто в автомате. Так, идемте в следующий зал. Поднимаемся по ступенькам вверх. Ребята, на потолке. Человек, балерина здесь. Воздух. Ну, дорогая.
нравится, не нравится, и нравится. Это все миллиарды, миллиарды камней, кристаллы Сваровски. Боже, даже лампа. А, это типа платье, Юля, это типа платье балерины. Нет слов. А это Мэрилин Монро. Сделаны здесь звезды Голливуда в камнях. Ну, это просто обалдеть. Просто обалдеть. Сразу ее фото. В элегантном костюме таком белом. Здесь все описывается про каждого, я не могу это комментировать, это очень долго будет. По 25 тысяч камней на, может быть, на платье. Полмиллиона камней, в общем. Вот это вот платье я уже снимала, 25 тысяч камней Сваровски здесь, вот написано, Бьорк. А это сапоги, ну это для женщин, для моды, смотрите какие сапоги. А вот эта туфелька, туфелька здесь написана, это туфелька. Чиндерелла. Это Золушка. Золушки туфельки. Какой-то зал. О, здесь индийская музыка. Вот, все. Я думаю, почему здесь столько индийцев. Столько групп привезли индийцев. Они же так любят все украшения. Следующий зал, такие сделаны стены, он достаточно узкий, но здесь самое интересное, смотрите, пол, человек идет, и он трещит, вот мои ноги, ломается. Юля, классно здесь, да? Ну, пройдись, покажи, как трещит. О, чем быстрее бежит, тем более оно все хрустит. Ломается. Классная задумка такая вообще. А вот зал такой для детей сделано тоже. Снег.
везде туннельчики. Там сейчас поездик будет ехать. Сделано тоже из камней Сваровски. Башня такая. Даже там вертолет. Да, это райский мир Сваровски. Правда. Поездик поехал. С паровозиком, Юлик. Красиво, да? Детей берите обязательно. Красиво? Ты застыла? Смотрите, какой красивый кристалл. Мне очень понравился. Не знаю, как передастся это на видео. В камне как будто сделана птица. И она улетает, преломление за ней остается. Магически. Просто магически красиво. Маленький зал, изображено солнце. Очень красиво. И сколько здесь? 2880 кристаллов Сваровски. Вы представляете себе? Шикарно. Так смотрится, Юля, как в космосе, как будто ты. Даже звук такой, если вам слышно. Следующий зал пойдем. А вот и фотография. Даниэль Сваровски. Его жена Мария. У него было три сына. Вот здесь изображены. Здесь просто все, много всего написано, конечно. Это ордены он первый получил. А вот это он начинал вот так вот обрабатывать первые камни. С чего он начинал. Как они меняли цвета. И чего он достиг потом. Показаны многие украшения, головные уборы, шикарнейшие, все в одном варианте, индивидуально все было сделано. Сейчас посмотрим, откроем ящик, выдвинем. Индивидуально, вот допустим, Аманда Ля, она выступала вот. Ее наряды, украшения, вернее, аксессуары, которые она носила. А вот здесь наверху что? Вот. А здесь кто у нас? Тоже какая-то знаменитость. Я ее не знаю просто. Вот ее головной убор. Колье шикарное. В общем, здесь есть что смотреть. Приезжайте. Часа три здесь надо походить, посмотреть. Можно брать наушники.
И в наушниках можно любой себе язык настраивать. Стоят они, надо возле кассы брать. Стоят они 2 евро каждый наушник. С любым переводом. А кто не знает, Даниэль Сваровский был по национальности чехом. Просто он переехал в Австрию. Вот такая красота, что я прям теряюсь. Правда. А индийцы все фотографируют, все фотографируют. Между ними пролезть сложно. Какая ручная, щепетильная работа. Здесь есть на экранах показано, как каждое изделие, каждый камень, если прошивают на платьях, оно все пинцетом, настолько тонко. Если там 1,5 миллиона камней, допустим, там плащ или пальто было в начале видео, это каждый пинцетиком клеился, пришивался, брали в руки его, вот так вот начинали работать. Шикарно, в общем, сумочки, клатчи. Все оригинальное. Сейчас, конечно, продают куча подделок, но оно и стоит дешевле. Вот это вот работа. Вообще уникальный человек, уникальный музей, уникальный. Вот какой бюстгальтер, посмотрите. Это вообще изделие искусства. Чего здесь только нет. Юль, ты еще платье здесь увидела, да? Здесь все время платье. Вот о том, что я говорила. Сколько мелких камушков. Вообще, сколько это времени делать, просто даже тяжело представить себе. Какое оно роскошное. Здесь еще также есть бутик в Сваровске, прямо в музее. Можно купить любые изделия. Посмотрим, сколько стоит ради интереса. 159 евро. Вот такие вот сережечки. У меня, кстати, такие есть, только бижутерия. Только бижутерия. Вот типа как у меня на пальце. Нет, все бижутерия. Ну, кулончик, цепочка какой-нибудь. Сейчас выберем красивенький. Вот такой вот миленький. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. 129 евро. Это цены, да? Мелкие браслетики. Посмотрим, такие вот маленькие, совсем малюсенькие, разные. С брелочком. Цена 99, 100 евро. Ну так, для примера. Целые комплекты есть, наборы. Смотрите, какой комплект. А можно и поодиночку все покупать. Допустим, кулончик 99, цепочка 99. А, ну вот такие вот цены. Это еще дороже, подороже такое украшение. Интересная задумка. Ну вот цены 280, 550, 149. Да. Вот и похожее кольцо на мое. У меня еще одно такое дома лежит. Вообще.
Так что стоит сюда приезжать хотя бы раз. Особенно женщинам с дочками. Можно получить массу удовольствия. У нас день сегодня получился хороший, не пропал зря. Очень понравилось мне здесь, очень. 330 евро вот такого в России. Это 230. Может, мы сейчас что-нибудь еще приобретем? Пойдем посмотрим. Да, еще покажу цены на часы. Вот такие вот 450, 380 на ремешке. Эти тоже в такой же цене. Вот немножко другой дизайн на таком браслете. 430, 480. Ну вот так вот. Ну, в основном 300-400 евро, 500. Красиво. Все это красиво. Животные. Боже, какие же красивые работы. Какие зебры шикарные. 18 тысяч стоит. Не знаю, ли видно. 18 тысяч евро. Гепарды тоже красивейшие, с маленькими, с малышами. Тоже 18 тысяч евро. Отражение плохо видно. И слоны такие классные. Мама, папа и ребенок. 20 тысяч. 20 тысяч слоны. Преломление света. Плохо видно. А это что такое? Вообще уникальные вещи просто. Уникальные. Знаете, сколько стоит? 28 тысяч. 28 тысяч. Этот гепард. Вот эти гепарды два. Музей чудо. Серьезно. А вот это вообще уникальная работа, все с сертификатом продаются. 33 тысячи камней в этом тигре. Сваровский лебедь шикарный такой вообще. Панда, обезьяна. Ну, уникальные эти, конечно, все изделия просто. Это шедевры. А вот какой орел. Ну, вообще эмоций полные штаны. Будет, наверное, сегодня сниться. Все в кристаллах нам. А какой паучок красивый. Посмотрите. Какая красота. Просто чудо. Индийцы покупают. Вот, как-то там деньги переводят. Даже бокалы под шампанское. Тоненькая ножка в камнях Сваровски. И цветочек, наконец. Цветочек... Между прочим, 400 евро стоит. Но я это тоже не могла не снять. Из мультфильмов героя. Посмотрите, какие изделия красивые. 650, 600 евро. Это что-то. Все, Marvel, Сваровский.
Вообще, принцессы там. Что здесь еще? Красотища. Герои с разных мультфильмов. Король Лев мультфильм. И его друзья. 179 евро. Микки Маус мультфильм. Все его знают. Тоже 300 котика, а Маус-мышка 179 евро. Даже поезд. Посмотрите, какой шедевр. Какая красота. 500 евро, между прочим, стоит. Закончу еще вот эти красоты. Такое красивенькое. Сколько здесь камней, сколько здесь работы. 18 тысяч вот это изделие из камешка стоит. Диснеевские герои. Новогодние. Тоже 18 тысяч стоит. Но это что-то. В общем, снимать и снимать бесконечно. Все снять нереально, очень долго. Немножко сняла. Хочется тоже посмотреть, походить. Юлика, что ты здесь смотришь? Кристаллы. Смотрите, какая божья коробка. На листике придумали как. Попугаи цветные. Ну вообще, уже думала, не буду снимать, просто не, любуюсь. Лягушка на клубничке. С клубничкой. А сверху сидит на цветочке пчелка. И вишенки вот такие еще. Вишенки, между прочим, 119 евро. Ой, птица. Цветок. И вот еще такие бабочки шикарные. 13 тысяч евро стоят. Шедевры. Я даже не ожидала, что настолько. Что настолько это все будет круто. Дальше идет посуда. Очень, в общем, долго очень снимать. Ну, примерно, чтобы вы понимали, одна чашечка стоит 200 евро. А самая обычная. Обычная тарелочка 130 евро. Ну вот и так далее. Любого цвета, любого рисунка. Что ты здесь увидела, Юль? Боже, все Сваровски. Ну просто вообще красотища. Да, только у нас так поставишь вазочку, такие цветочки, а у нас такой котик, который прыгает везде, да, на полочках. И что будет с цветочком? Еще птичка такая красивенькая. Птичка, ну, смотрите, синяя. Как оно миленькое. Миленькая такая. А, и голубая, да, и синенькая. Друзья, Украина. Да. Даже русалка Ариэль есть. Королевская. 15 тысяч. Ну, почти даром. И китайский дракон. Китайцы, кстати, тоже очень много. Целую экскурсию привезли. 20 тысяч дракончик стоит. Модный дракончик. Модный дракончик. Тебе музей понравился, в общем, Юля? Да. Понравился, правда? Много интересного. В общем, мы уже будем выходить, пойдем еще в парк. Сняли все, что могли для вас. У нас море впечатлений. Не знаю, как вам. Если вам понравилось, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. У нас всего много разного. Пока-пока. Интересного. Здесь очень круто, поэтому приезжайте сюда. Приезжайте в Австрию, в Инсбрук, посещайте этот музей. И всем пока. Всем пока. До следующих видео.